Доброе утро всем. 24 июня. Хочу вот просто похвастаться, показать. Я делала сама ферментированный иван-чай. Технология, конечно, не из легких. Ну, в плане для женщин немножко руки болят, но смотрите на коробочку. Это коробочка просто, но я сама нарвала листьев, сама их ферментировала. Этот процесс занимает 2-3 дня, и вот высушила просто иван-чай. Вообще обалденно. Сегодня буду я заваривать сегодня в этом чайничке и покажу вам, какой он на цвет и на вкус. Ну, вкус, конечно, вы не услышите, но приезжайте в гости, все попробуем, на все хватит. Ну что ж, мой чай заварился, который мой я делала сама с Ивана чая. Сейчас вот посмотрим, какого он цвета. Ну, может, я еще по времени. Ой, запах какой. Офигеть. Это без добавок, естественно. Ой, какой вкусный. Запах обалденный. Он такого вот цвета, без всяких добавок. Иван чай. Так что приятного аппетита. У меня завтрак сегодня такой. Своя клубничка, конечно. Кашка с ленными семечками. Ну, черешня покупная. Всем приятного аппетита.